у Нерибского района, те, кто проживает в этом поселке районе, у нас один вопрос касаемый парка Смитского. Мы к вам уже обращались в письменной форме, и там были подписи, 1500 людей подписались под этим письмом. Нас интересует судьба следующая, как вообще движется все это. И уже целый месяц прошел, и каких-то внятных объяснений, что происходит на этой территории, мы не получили. Также мы узнали своими силами, жители, что там есть действительно какие-то с документацией серьезные проблемы. И вот мы как бы хотели бы от вас услышать, что касается этого парка. Значит, слава Богу, у нас есть уполномоченные компетентные органы. Насколько я знаю, письмо, которое было адресовано мне, адресовано в правоохранительные органы. У нас есть люди, специально уполномоченные, для того, чтобы давать квалифицированный ответ на такие вопросы. Прокурор района присутствует здесь? Прокурорская проверка по этому поводу идет? Когда завершится? Когда завершится? Вот. А может быть, прямо сейчас вы озвучите, что у вас происходит? И мы бы узнали, потому что нас очень сильно беспокоит судьба. Он сейчас ничего не озвучит, потому что человек сказал внятно, проверка закончится на следующей неделе. По итогам завершения работы будет документ, там все будет написано. А как мы узнаем? Нам ответ официально должен. Зададите вопрос, он вас проинформирует. Придете в прокуратуру. Те, кто сделал заявку, есть такая практика. Вы же человек опытный, образованный. Тот, кто обращается, ему дают письмо. Просто на наш взгляд, Аслан Георгиевич, достаточно политической воли руководства страны. И этот вопрос...